А сейчас об еще одном леденящем душу военном преступлении путинской своры. Город Глухов, Сумская область. 12 человек погибло, среди них и ребенок. Враг намеренно ударил дронами по местному общежитию. Подробности в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник. Два шахеда атаковали Глухов поздно вечером. Это было прямое попадание ударных дронов по гражданской пятиэтажке. Там жили обычные семьи, семьи с детьми. Второй шахед россияне запустили, чтобы добить то, что не разрушилось во время первого попадания, утверждает глава города Надежда Байла. Было два удара шахедами. Сначала был один, прямое попадание в общежитие. И второй, который пролетел мимо общежития. Потом он вернулся и еще раз вторым ударом попал в него. Это было где-то ориентировочно в 11:30. Впоследствии удара обрушился целый подъезд пятиэтажки. Из-под руин спасатели ночью достали тела шестерых жителей. Уже утром во время разбора завала начали находить и другие тела. Количество погибших увеличивалось каждый час. Наши спасатели работают над тем, чтобы освобождать тела, к большому сожалению, погибших людей, которые находятся под завалами. По состоянию на час дня 19 ноября уже найдено 12 погибших граждан. Среди убитых Россия и целая семья. 7-летний мальчик, его старший брат и 43-летняя мать. Среди 12 раненых есть брат и сестра. Им 10 и 11 лет. Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского авиационного удара. Кроме этого, параллельно повреждено здание медицинского учреждения. Проводятся восстановительные работы. Кроме общежития в городе, повреждены две многоэтажки и больницы. В медучреждении выбиты практически все окна. Никто не пострадал. Но после удара практически всех пациентов пришлось отправить по домам.